Асфальт не виноват. Одиночный пикет под таким лозунгом прошел сегодня днем у стен Ивановского управления Следственного комитета. Таким образом, неравнодушная Ивановка Ирина Мальцева решила выразить свой протест против недавно опубликованных результатов экспертиз по делу Мамо Фирояна. Напомним, по сообщению Следственного комитета, травму головы сотрудник ДПС Хоронека получил из-за неудачного падения об асфальт. То дело, которое в июле месяце вызвало такой довольно большой резонанс в нашем городе, ради которого люди собирались на митинги, сходы, вылилось в пшик, и за счет того, что у обвиняемых есть покровители, деньги, дело спустили на тормоза, и сейчас, возможно, эти люди останутся безнаказанными.